Успешная современная Дельфуза работает в одном из банков Ташкента. Одни ее уважают, другие завидуют. И никто не подозревает, что за внешним фасадом скрывается личная драма. Я вышла замуж второй женой. С будущим мужем познакомилась на работе. Женщины, как говорится, любят ушами, а он не жалел добрых и ласковых слов для меня. Прошло время, мы как-то привыкли друг к другу. Он предложил мне выйти за него замуж второй женой. Сначала Дельфуза оскорбила такое предложение, но мужчина был терпелив и настойчив. Его жена, оказывается, болела и была не против второй супруги. И девушка задумалась. Я даже познакомилась с его супругой, потому что сначала не поверила его словам. Как женщина могла согласиться на такое? Ведь я сама женщина и не понимала, как можно дать такое согласие. Но все же познакомилась, убедилась, что и она согласна. По нашим обычаям он прислал сватов в наш дом. Сыграли скромную свадьбу. Брак заключили мусульманский. Провели обряд никат с мулдой, но в ЗАГС, разумеется, не пошли. Так, то ли супруги, то ли любовники прожили 7 лет. Материального расчета не было, говорит Дельфуза. Все это время она работала. Но потом подросли дети, и все изменилось. Между тем, дети подрастали, и затраты семьи росли. Как-то попросил у него деньги для оплаты коммунальных услуг. Ведь у нас семья, и любая жена может попросить об этом. Он обещал дать денег, но вскоре исчез, перестал ходить к нам. Представим себе портрет среднестатистического узбекского многоженца. Это мужчина, которому за 40. У него есть работа, машина, дом. Практически отсутствуют материальные проблемы. Теперь он чувствует, что может содержать новую, молодую жену, помимо законной. Если мужчина и женщина решили создать семью, то они должны идти до конца, воспитать детей. Я против многоженства. Отрицательно. Думаю, что мужчина должен жить с одной женой, чтобы быть счастливым. Я отрицательно отношусь. Это травмирует психику женщины. Муж теряет доверие, жена впадает в депрессию. Марфуа Тохтахаджаева исследует вопрос прав женщин Узбекистана в прошлом и настоящем. Ее книги, утомленные прошлым, между лозунгами коммунизма и законами ислама, посвящены проблемам узбекских женщин. За возродившееся многоженство она возлагает ответственность как на мужчин, так и на женщин. Многие женщины стремятся связать свою жизнь только с мужчинами с материальным достатком. Закон запрещает многоженство. Сказано, в одном хозяйстве не может быть второй жены. И это можно трактовать так, что если хозяйство другое, то это допустимо. У юристов мнение насчет института многоженства однозначное. Многоженство запрещено законом, а значит, это преступление. Адвокат Омина Каримова как раз занимается такими делами, проблемами семьи и брака. На собственном опыте она видит, как слепое толкование устаревших традиций становится человеческой трагедией. И пусть простят меня за грубость, вторая жена просто считается любовницей, потому что заключается мусульманский никах, и часто это делается скрытно от законной жены. Какая же женщина захочет, чтобы у мужа была вторая жена? По моему мнению, двоеженство – это трагедия. Хилола вот уже 20 лет счастлива замужем. У них с мужем двое детей. Хилола работает и хорошо зарабатывает, несмотря на то, что супруг – успешный бизнесмен. Она говорит, что предложение о второй жене сочла бы оскорблением. Для меня это было бы трагедией. Я очень люблю своего мужа. Уже скоро будет 20 лет нашей совместной жизни. У нас двое детей. Я считаю себя счастливой женщиной. У нас хорошие, добрые отношения. Но не знаю, как поведу себя, если случится такое. Наверное, буду бороться. Я думаю, это просто демонстрация кичливости мужчин. Вот, мол, такой я. Богатый, сильный, мне все дозволено. Могу содержать не одну, а двух и трех жен. Но у нас принято относиться к этому вопросу так, будто его не существует. Многоженство не рассматривается ни журналистами, ни учеными, ни социологами. Другая сторона медали – ментальность общества, которая не одобряет разведенную женщину, но терпима ко вторым женам. Потому для патриархального общества многоженство выше понятия «одинокая женщина». А до прав таких женщин, как Дельфуза, людям дела нет. Мы 7 лет жили вместе. 7 лет. Я не видела ничего хорошего за это время. Что я могу еще сказать? Я вторая жена. У него есть первая жена. И, конечно, когда-нибудь он вернется к первой жене.